Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа, поселок Витязево. Находимся мы на улице Лермонтова, 24. Перед домом вы можете припарковать свою машинку под видеонаблюдением. Здесь есть свой бассейн, две кухни, уютные номера и довольно-таки близко до пляжа «Жемчужина Россия». Приветствую вас и давайте посмотрим обзор. Добрый день, дорогие гости, города-курорта Витязева. Я хозяйка гостевого дома «Тепло». Добро пожаловать к нам во двор. Я расскажу, как у нас все во дворе сделано. Все сделано для отдыха, все сделано для гостей. Видите, как по фасаду уделено внимание зелени. Очень много вьющихся роз, вьюнов идет по дому. Сейчас удивите еще, сколько очень много всего красивого внутри двора. У нас здесь находятся три садовые качели. Здесь могут отдыхать наши гости, сидеть, разговаривать, смотреть все красоты нашего двора. С этой стороны у нас бассейн, зона для загорания, шезлонги стоят. Далее у нас детская зона, здесь горка детская, все для деток. Здесь игровая детская зона, батут для детей. У нас альпийские горки, здесь у нас розы, все цветы, все красота вся. Зелени очень много. Поэтому вы приезжаете из северных районов. Хочется людям отдохнуть, хочется увидеть много зелени, посидеть. Все для вас. Черешня большая. Тоже, пожалуйста, все для вас. Далее, дорогие гости, у нас две кухни находятся на территории нашего гостевого дома. Первая очень большая кухня. Здесь два холодильника, стиральная машина, полностью зона для готовки, стол дубовый, две плиты газовые, это индивидуально для каждого, ящики, которые закрываются на замочки. Это для того, чтобы у каждого была индивидуальная посуда, личная, чтобы чашки, ложки, вилки, все для гигиены. Стиральная машинка у нас есть. Пользование стиральной машинкой 200 рублей. Гель я даю свой. Вторая кухонная зона у нас в таких розово-красных тонах. Она для номеров, которые находятся в доме на третьем этаже. Здесь тоже также два холодильника, микроволновка, газовая плита. Пожалуйста, все здесь есть, в этой кухне. У нас также имеется мангальная зона. У нас на территории есть душевая, ножкомойка, ножки мыть после моря. У нас есть гладилка, зона для курения, общий туалет, который находится на улице. Пойдемте посмотрим теперь наши номера. На большой террасе, которая находится перед входом в дом, есть места, можно посидеть где. Там стол, стулья, зеленая зона. Добро пожаловать к нам в дом. Мы сейчас находимся на втором этаже. Давайте посмотрим номер с кухней. Такой номер у нас. Здесь двухспальная кровать. Здесь диван-книжка. Номер для 3-4 человек. Дополнение номера. У нас есть стол, есть панель варочная, есть возможность приготовления пищи. Как всегда спрашиваете, водичка бежит. Есть наборы посуды, холодильник, микроволновка, сплит-система, также телевизор и место для хранения ваших вещей. То есть номер предназначен до 4 человек. Также есть огромная терраса у этого номера. Я очень люблю, когда выходишь, там вокруг тебя зелень, красотища. Место, где посушить ваши вещи, и стол с двумя стульями. Сейчас этот номер стоит 2800. Если вы приедете к нам с маленькими детками, дополнительное место у нас 350 рублей, детская кроватка. На этом этаже у нас еще находятся три номера, все номера четырехместные. Наполнение номера, холодильник, место для хранения в экземплярах 3 штук. Есть двухспальная кровать, 2 односпальные кровати, 2 торшера, телевизор, столик, где можно позаниматься либо покушать. Ну и, конечно, для девочек будет очень важно зеркало. Номер такой большой, светлый, своя сплит-система тоже присутствует, и есть выход на балкон. Также в номере есть собственный санузел. Очень просторный, раковина, зеркало, душевая, унитаз, и здесь открывается окошко. Очень светло и хорошо. Смотрим с вами место для хранения, плечики присутствуют, места достаточно. Также из номера выход на балкон имеется. Здесь небольшая особенность, что этот балкон для 2 номеров. Здесь такой столик, стульчики, вышли, отдохнули. Соседний номер мы вам тоже покажем. Вот та зелень, которую мы с вами наблюдали с улицы. Посмотрите, как приятно здесь находиться. Короче, в этих кустах сидят птички, они поют. Я не знаю, слышно вам или нет, но эмоции прям будут невероятны у ваших детей. На данный момент этот номер стоит 2600.
Это второй номер, который также имеет смежный выход на балкон. Здесь есть сплит-система, двухспальная кровать, две односпальные кровати. Номер очень большой. Здесь есть такая же панель, на которую можно порезать себе что-нибудь. Ну и места для хранения. Также присутствует холодильник. Есть зеркало, стол, телевизор, плит-система, то есть все, в принципе, что вам надо для отдыха. Ну, балкончик я только что показал. Стоимость точно такая же, как и у соседнего номера. Санузел в номере выглядит вот так. Унитаз, раковина, зеркальце и также душевая. Сейчас посмотрим с вами очередной номер на этом этаже. Здесь односпальная, двухспальная кровати и есть возможность доп-места. Имеется столик, есть зеркало, телевизор, сплит-система, две прикроватные тумбочки. Также имеется свой санузел. Выглядит он вот так. Унитаз, раковина, зеркальце. То есть все принадлежности, которые вам надо, тоже предоставляются. И место для хранения с холодильником. Хранение выглядит вот так. С этого номера есть также выход на свою террасу. Есть место, где посушить ваши вещи. Опять-таки зеленое обрамление виноградной лозой. Есть стол и два стула. По стоимости этот номер точно так же. На третьем этаже у нас 4 номера. Первый номер у нас двухкомнатный для 4 человек. На террасе находятся 2 холодильника. На территории гостевого дома есть Wi-Fi. Номер здесь очень интересный. В плане того, что здесь 2 раздельные комнаты, то есть мы заходим, попадаем в коридор, с левой стороны у нас санузлы, санузел тоже раздельный, для многих это важно. Есть место, куда повесить ваши вещи слева с правой стороны и также место, куда поставить обувь. Заходим в первую комнату, здесь двухспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, 2 лампочки, а также есть вот такое место для хранения, телевизор, сплит-система. То есть такое очень уютное, знаете, как гнездышко в замке примерно напоминает. Есть стул, стол, зеркало, симпатичные картины. Место для хранения выглядит вот так. Кидаем первую комнату и идем во вторую. Она отдельная, то есть вы не услышите друг друга, когда будете находиться здесь, если приедете двумя компаниями, например. Здесь есть телевизор, двуспальная кровать, картины с моим любимым закатом, подсветка интересная, сплит-система, тумбочка прикроватная, то есть тоже все, что вам может понадобится. Очень интересно сделано остекление, такое панорамное, и его можно полностью закрыть и никого не видеть. Теперь о санузле. Первая часть его выглядит вот так. Раковина, зеркало, мыльные принадлежности, а также душевая зона. И рядом находится отдельно унитаз. Если сейчас вы приедете на отдых, номер будет стоить 2800 рублей. В среднем номере у нас люди проживают. Сейчас посмотрим с вами еще один, который находится на этом этаже. Номер такой большой, поворотный. Заходите, есть такая зона как бы гостевая, отдыха с левой стороны, место для хранения, стол, зеркальце с подсветкой и стульчиком. Раскладывающийся диван, телевизор, сплит-систему. Такое очень интересное окошко. И с левой стороны двухспальная кровать. Смотрится симпатично. Также в номере присутствует собственный санузел. Унитаз, раковина, зеркало, принадлежности мыльные и душевая зона. Место для хранения выглядит вот так вот. Смотрите, как очень интересно. Стоимость номера 2600 рублей. Смотрим еще один номер. Заходим. Здесь с левой стороны есть место для хранения. Зеркало большое, тумбочка, стул. Есть вот такая вот тахта и отдельная кровать. Также присутствует двухспальная кровать со своей подсветочкой и вот такое тоже интересное окошко. Сплит-система, телевизор в этом номере имеется. Также свой собственный санузел. Наполнение санузла – это унитаз, раковина, зеркало и душевая зона. Место для хранения выглядит вот так. Стоимость этого номера 2800 рублей. Последний номер, который мы посмотрим на этом этаже, выглядит вот так. Вот заходим с левой стороны, зеркало, тумбочка. Здесь есть телевизор с комодом и двухспальная кровать. Рассчитан на двоих. Также имеется место для хранения ваших вещей. Выглядит вот так вот. Так как у нас начинаются жаркие дни, собственно, сплит-система, это тоже очень важно. Стоимость данного номера 2500 рублей. У него имеется и свой собственный санузел. Выглядит он вот так вот. Раковина, душевая, унитаз, зеркало и принадлежности. Мы сейчас с вами посмотрим другие номера, которые имеют отдельный вход с улицы. Такое же озеленение наблюдаем. Возле каждого номера есть возможность отдохнуть на террасе. Стульчик, два стульчика. Также есть возможность посушить свои вещи. Номер рассчитан на 4 человек.
двухспальная кровать, такая вот хорошая, красивая подсветка. Две тумбочки имеются, есть только комод, зеркало, сплит-система, место для хранения вещей, штанга для плечиков, чтобы не помять ваше платье. Есть свой холодильник, тумбочка, еще одна тумбочка, телевизор и еще одна двухспальная кровать. В номере имеется также свой санузел, раковина, душевая зона, зеркало, все принадлежности и унитаз. Стоимость этого номера сейчас 2800 рублей. Всего у нас получается 4 номера на этаже. Возле каждого, как я сказал, есть зона отдыха. В одном из них сейчас проживают. Мы один посмотрели, и осталось нам еще 2. Немножко ошибся, так быстро номера разбирают. Уже во второй заехали, пока мы ходили. Остался еще один свободный. Просто, наверное, все дело вот такое вот черешня, ребята. Вид восхитительно на него смотришь. Прям хочется кушать. Но как минимум чувствуешь лето, потому что проблем купить нету. Но красота зеленая с красным переплетается, создает просто невероятную картинку. Заходим, смотрим. Там номер выглядит вот так вот. Двуспальная кровать, односпальная, есть телевизор, холодильник, и вот торшеры, куда разместить ваши вещи. Также в номере имеется свой собственный санузел. Выглядит он вот так. Есть унитаз, раковина, душевая зона, зеркальце. Стоимость этого номера сейчас 2600 рублей. На первом этаже имеется еще 2 номера, в которых вы можете разместиться. Здесь предусмотрено размещение на 3 человек. Есть двухспальная кровать и односпальная. Подсветочка, надежный кондиционер, мог бы сказать советский, но это хайер, ребята. Здесь вот такая вот полочка, телевизор, зеркало и место, куда повесить ваши вещи. То есть я не обманываю, реально хайер. Свой санузел. Санузел выглядит вот так. Есть унитаз, душевая, раковина и зеркало. Стоимость данного номера 2500 рублей. Смотрим с вами еще один номер. Здесь двухспальная кровать, кондиционер хайер, телевизор, картины, подсветка, место, куда разместить все ваши вещи. Имеется собственный санузел. Наполнение у него такое. Душевая кабинка, есть унитаз, раковина, зеркальце и мыльные принадлежности. Стоимость этого номера сейчас 2200 рублей. Добро пожаловать наш гостевой дом «Тепло» Витязева, Лермонтова, 24. Всегда рады видеть вас у нас. Ближайший пляж здесь «Жемчужина России». Расстояние до моря 1,3 показывает 14 минут, 1862 шага. Это через 2 ГИС. Также, если вы приедете на машинке, вы можете выезжать на пляж «Одиссея», либо речка Можепсин, подъезжать как можно ближе к морю. Там очень удобно для людей с ограниченными возможностями, так как дюн нету.